Так, что у нас сегодня? У нас сегодня 20 апреля 2024 года. И дали нам на третий год войны, уже не знаю, раз в пятый-шестой, наверное, обмундирование. Распаковочка армейская. Трусы человечи. Знаешь, что не бывает разного рода. Это что такое? Такого у нас еще не было. Это боевуха. Олег, а тебе боевуху давали вот эту бельгийскую? Да. Да? Дали? Носочки. Да, я только сегодня сделал видеозапись, что если сегодня американцы подписывают пакет помощи, до конца года закончим войну. А они нас снабжают одеждой члена 3. Штаны. Китель. Кепочка. Класс, а то на награждение я ездил в этой Шуриковой. Футболка раз, футболка два, еще один кепель. Это что? Но самый прикол, ребята, еще одни штаны. Короче, самый прикол вот в этом. Олег, ты знаешь, что я сейчас хожу вот у этих берцев черных, это капеллановы? Да, я знаю. У него 46-й размер, и ни у кого, кроме него, не было в подразделении такого размера. Ему прислали еще большие ботинки. И он опять мне, ну, то есть отдал, кому подойдет, а подходит только мне. Ты представляешь? Сказать размер? 51-й. Две ноги в один ботинок могут влезть. В общем, он, по-моему, пользуется тем, что я неверующий, втягивает меня в свою религию. Спасибо, конечно, большое. Кто-то ему прислал, но ему не подходит вот это он. Да, нифигово, блин. Куда это все девать, мне интересно? Рюкзак-то один.